Это вообще спорт? Ну, как говорил основатель кёрлинга, главное, чтобы по подъездам не шарились. Hi, stranger. It's been a while. I've missed you. It's okay. You can look at my butt. Наверняка сидите и думаете, парень-то не выспался. Я казах. Гори, гори. Мое очко. Вот, девушка, вы боитесь казахов? Нет? Правильно, казахов не надо бояться, казахов надо хотеть. Люблю больших, люблю бомбастых, люблю больших и коренастых. Вообще-то конца выступления буду выражаться русскими словами для вашего удобства. Не против? Да? Нормально? Нормально. Теперь это мое слово. Оно у меня во рту. Нормалек. Я могу менять буквы. Ты мне ничего не сделаешь. Норм. Могу деградировать его. Но не обижайся, давай поменяемся. Ты мне дал нормальное, я тебе дам балмуздак. Согласен, нечестно, да, я тебе дал балмуздак, ты мне какое-то нормальное. Давай. Давай ты мне еще дашь кутикула. Нормальная кутикула? Должен отвечать балмуздак. Не тупи. А кто победил? А победила, как всегда, Россия. Походу, все слезу пустили.